Всем привет! Вы на канале Семейка Лайф. У меня сегодня второй выходной, второй день. Так, все спрашивают, куда я устроилась на работу. Устроилась я на рынке, в ларьке, там хвостовары всякие, там лейки. Ну, в общем, все домашнее, там прищепки, все есть. Вот, завтра на работу поснимаю вам чуть-чуть свой ларечек. Куда устроилась. В общем, что я поняла. Когда работаешь, ну, у меня график хороший, до часу, до двух я работаю, часика три, наверное, полтретьего я уже дома. Вот, и дела делаются побольше, потому что, когда дома сидела, пока раскачаешься, пока туда-сюда съездишь, приедешь, уже день кончается. Вот, в общем, вчера у меня был первый выходной. Я убрала во всем доме, вымыла полы в зале, так как у нас белый линолеум, очень неудобно. Собака дома, и грязь таскается прям конкретно. Я вот его вчера выдраила прям с азелитом, напшикала. Вот, и теперь он прям белоснежный, классно. Вот, приготовила покушать и делала заказ. Заказали мне розу. Получается, я ее, ну, за вечер сделала. Сегодня уже отвезла, все, денежку мне отдали. Так что плюс к моей копилочке. Вот, сейчас покажу, какая роза у меня получилась. Стою возле этой трубы, возле этой кирпичной стены. И что, опять я забыла купить краску. Так, есть у меня белая краска. Я хочу вот эти вот швы пройти белой краской. Может, сейчас этим и займусь. Потому что сегодня с утра ездили с мамой в Камышин. Покупали им комбикорм для перепелок, для этих бройлеров. Вот. Потом на базу заехали. В общем, полдня прокаталась опять. Вот. И сегодня ничего делать не хочу. Что-то я устала. Вот. Ну, что-то надо делать. Наверное, сейчас покрашу эту стену. Вот. И покажу, что получилось. Так, ну вот так вот получилось у меня с этой белой краской. Мне совсем не нравится. Мне кажется, было лучше. Не знаю, что теперь делать. Это краска смывающаяся. Может, попробую отмыть. Она такая, как она называется-то? Эмульсионка. Не знаю, получится, не получится, но это мне не нравится. Я вот еще думала, может быть, желтой краской покрасить, ну, под цвет дома, не знаю, или все полностью коричневым уже закрашу, и все не видно будет кирпичи, так тоже плохо. В общем, не знаю, посоветуйте, что делать с этой трубой. А еще у меня есть вот такое вот кресло, которому уже не знаю сколько, купили дом, здесь оно было, правда, два. Но одно разломали. Вот, хочу его отреставрировать. Чем я сейчас и займусь. Для начала необходимо его разобрать, открутить ножки. Сиденье на нем очень плохое, потому что оторвались некоторые резинки. Их необходимо обратно прикрутить. Сейчас покажу, в каком состоянии эти резинки. Вот. Так, кресло довольно крепкое.
Так, ну все, разобрала я стульчик. Это кресло. Это задняя спинка. Это передняя. Это сидушка. И две ручки с ножками. Две ножки. Так, теперь необходимо снять старый материал. Прибит он степлером. Вот. Надо сейчас все ободрать. Так, вот эта вот сидушка, в ней две проблемы. Одна проблема — это вот все разломано, но это можно скрепить саморезом. А еще здесь вот эти оторваны. Вот. Так, вот я перевернула сидушку. Получается, вот это вот надо как-то, но она дотягивается хорошо. Это вот плохо дотягивается. И вот это нормально. Вот ее можно будет прикрепить хорошо. А вот это вот я не знаю, что с ней делать. Вот. Ну прям, если в принципе ее натянуть сильно, то может быть вот сюда вот она и дотянется. Так, начинаем обтягивать. У меня есть такой вот старенький поролон. Я его сделаю в два слоя. Так, кресло я буду делать вот таким вот пледом. Вот такой вот. Так, ну все, с моим креслом более-менее закончено. Сейчас покрасила ножки, сейчас сохнут. И завтра уже вам покажу, как получился результат. Так, ну что, все, мы уже дома. Муж пошел к родителям косить траву. А я пойду это кресло доделаю, покажу, как получилось. Так, ну что, готовы? Посмотреть, что у меня получилось с креслом. Раз, два, три. Та-дам! Ну, как вам? Я сама в восторге. Теперь хочу еще такие кресла, чтобы переделывать. О, здесь плохо покрасила. То есть вообще не красила, походу. Ну, что, я все равно второй раз буду красить. Еще и лаком покрывать. Ну, в общем, вот так вот. Такой материал у меня еще остался. Еще у мамы есть такой. Я у нее брала. Вот. Ну, в общем, вот как-то так. Теперь можно будет сидеть, смотреть. В общем, теперь вот так вот сидишь, смотришь на свой огород, любуешься. Эх, красота. Я прям как после бани. Еще красится краска. Ничего еще. Денечку стоит и высохнет. Я очень рада. Теперь хочу еще такое кресло. Подам объявление на Авито. Может, у кого-нибудь еще завалялись такие кресла. Еще штуки три найти бы. Также переделать. И будет, когда у нас беседка, то их туда поставим. Так, а сейчас из-за того, что здесь ткань, их надо будет обязательно, его нужно будет обязательно заносить в гараж. Потому что, в общем, чтоб не испортился. Красота. Мягкое такое.